Йоу. Всем привет, друзья, с вами Дмитрий Декс. Перед началом хотел бы сказать, что вы просто самые лучшие, просто капец. Вы за день набили 1000 лайков. Вы мне столько накидали душ драконов, что это просто писец. И я сейчас получу вещи, которые я хотел. И потом мы разыграем все эти души дракона между всеми нашими подписчиками. Вы смотрите видео до конца, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы получить душу дракона. Сейчас мы давайте пойдем посмотрим, сколько у меня всего душ дракона. Вы там не офигеваете, потому что я сам офигел, когда утром увидел такое число. Буквально за день вы столько добили. Конечно, может, если бы... Прикиньте, если бы неделю я бы назад бы это выпустил, это же пипец, сколько было бы душ. Смотрите, сколько у меня душ. 177 фиолетовых, 216 синих, 114 зеленых, 111 красных и 59 желтых. Всем спасибо, кто отправил души, вы просто крутые. Даже есть люди, которые мне просто так отправили души дракона. Почти по 20 штук, по одной штуке мне отправляли. Я вообще офигевал с таких людей, которые мне просто так дарили мне эти души. И очень я рад, что у меня есть такие подписчики. Пацаны, у нас уже 48 тысяч подписчиков, давайте добьем 49 тысяч подписчиков. Кто не подписан на канал, подписывайтесь, потому что я вижу, что много людей смотрят видео без подписки, так что подписывайтесь на канал. Давайте так, 1800 лайков, 1800 лайков, я сразу же начинаю дарить душу дракона. Смотрите видео до конца, потому что я в конце видео, я скажу, как можно получить душу дракона бесплатно. Ну чё, у меня только нету вот этой белой штучки, мне еду, да? Просто я не хотел донатить, но я хочу получить костюм, скин на М-ку и скин на пчелу АК-47. Погнали получать. Нажимаем костюмы, нажимаем получить. Так как вы мне просили, Декс, бери демона, я для вас возьму демона. Забираем. И... Так, уже потратил. Дальше давайте еще один костюм получаем. Еще один космонавт получаем костюм. Погнали. Опа, обман, не понял. Нельзя получить. Ах ты собака. Давай это. Оно тратится или не тратится? Хорошо. Давайте скин на М-ку получаем. Еще скин на пчелу получаем. Ну-ка сейчас. Ну, давайте зайдем, не понял. Он вообще получается у меня или нет? Сейчас будет такой лолос, и ничего не получу. Опа! Смотрите, скин такой один. Скин такой два. Пошли получать еще один скин. То спасибо всем, кто отправлял, вообще просто самое лучшее. Если вам всем отправлю вот эти вот, все, которые у меня остались, я всем буду отправлять под комментами. Так что подождите сейчас, сначала получим все, и потом начнем. Я хочу вот это получить. Опа! Скин на М-ку получаем. Пацаны, я только что пересмотрел ролик и понял то, что я два раза нажал на М-ку и два раза нажал на АК-47. И получается, я потратил в два раза больше, чем нужно было. Блин, сори, то, что я так тупанул, конечно. А если я ее получил и сейчас тупанул? А если я два раза нажал? Ладно. И скин на пчелу получаем. Все. Идем проверять. Значит, у меня есть. Да, давай, давай. Есть. У меня есть космонавт. У меня есть вот такой какой-то чудик. У меня есть вот такой. И у меня есть вот такой вот демон. Так, и еще что у меня есть. Это у меня есть, по-моему... Да-да, вот здесь надо заходить. У меня есть новая скин на М-ку, у меня появился вот такой вот, навсегда, скин на М-ку, нажимаем надеть, и скин на АК-47, вот такой, тоже забираем себе, и в принципе все, у меня есть вот такой нормальный скин, вы уже, потом конечно мы его поменяем немного, оденем покрасивше, то есть чтобы прям было все четко, а теперь, пацаны, самое главное, то, что вы хотели, просто то, что вы ждали сегодня, у меня осталось, смотрите, 137 фиолетовых, 176 синих, 64 зеленых, 51 красная и 9 желтых. Теперь, как мы их будем получать? Пацаны, значит, смотрите. Вы, не надо мне писать ВКонтакте, пожалуйста, то что, Декс, пожалуйста, скинь мне души. Пацаны, кто мне отправил до этого видео, я им отправлю. После видео я им отправлю им эти души. Я потом даже запишу, может быть, на видео, как я отправляю, чтобы вам доказать, что я никого не обманываю. Зачем мне сейчас эти души, если я уже все получил? Как бы логику, сами понимаете. Сегодня последний день, так что нужно, пацан, забомбить. Давайте так, смотрите. 1800 лайков, и я начинаю сразу же отправлять подарки. Вы под этим видео, даже кто писал под тем видео, под этим видео пишите свой айдишник
и пишите, какую вам нужна душу. Я отправлю максимально две души буду отправлять, чтобы всем отправить. Желтых очень мало, желтые очень редкие, поэтому я их буду отправлять случайным людям. Не всем отправлю, но как смогу, так отправлю. Если я ВКонтакте не отвечаю, это значит, что вы уже не успели получить души. Смотрите, вы можете просить синих много, фиолетовых, я все эти отправлю души. Максимально буду отправлять две. Если будет синий, то может могу и 5 отправить, и могу и 10 отправить. Но до сегодняшнего дня я хочу все их потратить, всех отдать вам, чтобы вы, как бы так сказать, могли получить эти костюмы. Хотя бы один из этих костюмов. Если я мог получить еще скина космонавта, кстати, если у меня был бы еще один. Но я не хочу его получать, потому что я играю только женскими персонажами, потому что я типа Декс, всякое такое, да. Вот. Так что, не надо писать под комментами: «Декс, пожалуйста, скинь, пожалуйста». Не надо давить на жалость, потому что даже люди пишут, обычные подписчики, даже зрители, которые пришли, видят комменты такие, они говорят: «Зачем вы так попрошайничаете? Зачем вы давите на жалость? Я все равно на это не обращу внимания, потому что я не могу дать гарантию, то, что вы правду пишете или нет, потому что многих людей обманывали за счет доверия и получали души просто так. Потому что вы даже сами, может быть, были тем человеком, который обманывал. Это плохо, пацаны, это делать. Не знаю, зачем вы так на доверии людях так наживаетесь. Это очень плохо. Короче, пишите просто ID. Главное, пишите адекватный коммент. Не надо писать всякую фигню. Вот сейчас, под этим видео, мне нужны только ваши ID-шники и какая вам нужна душа дракона. Все. Больше ничего. И еще хочу сказать, что рандомный комментарий выбирается случайным образом. И это не значит, что если вы напишите комментарий, то я вам с гарантией точно дам душу. Это 50 на 50, как вам повезет уже. Сколько у меня будет душ, я всех отдам. Если уже вы не выиграли, ну, извините, типа, вам не повезло, значит. 1800 лайков, начинаю сразу же делать. Я буду это делать примерно в 20:00 по МСК. Потому что сейчас у меня пока дела, я записывал этот ролик, и пока он выйдет, я еще не знаю когда. Так что, пацаны, 20:00 сегодня, 10 февраля, я буду отправлять вам подарки. Так что пишите как можно больше комментов, возможно, вам повезет. И да, да, я буду выбирать эти комменты с помощью сайта Randomizer. Там есть комменты специальный раздел. Я из этих, я туда зайду, скину ссылку на свое видео, и там какие будут комменты, я их просто буду копировать ID-шник, отправлять, какой нужно им душу. И все, больше ничего не буду делать. То есть вот такой, по такой схеме я буду отправлять вам подарки. Кто мне отправил в ВК уже до этого видео, я им, естественно, отправлю эти души. Потому что они, красавчики, они могли, так скажем, подзаработать больше душ, и они могли их раньше получить, так скажем. Поэтому, пацаны, заходите также, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте, там самые годные мемы, нет. Вот, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, будет скоро баг, пацаны, так что ждите, просто ждите. 1800 лайков, начинаю дарить подарки. Всем спасибо за просмотр, с вами был Дмитрий Декс. Спасибо, кто отправлял подарки. Спасибо тем, кто просто так отправлял их даже. С вами был Дмитрий Декс, получил очень много скинов. Очень классная, кстати, такая фигня от разработчиков. И 1000 алмазов никто не получил, потому что вчера ночью серваки Free Fire просто легли. Всем спасибо, с вами был Дмитрий Декс, и всем пока.